Так, уроки сделал уже. Так, и всем привет, вы на телеканале Тыковка ТВ. Сегодня я снимаю сериал, который называется «Семья». Давайте продолжать. Сколько время, мам? Да, дочь, иди сюда. Да, сколько время? Четыре. Четыре? Мне же надо зверей принести. Иди. Странно. Через час. Идите, хорошие, идите. Вот, мам, посмотри. Мяу. Дай-ка взглянуть. Какая красивая кошка, как ее зовут? Я ее называла Царапка. Ей давалось именно Ц. Царапка, мило. А ему? Ну, я не знаю, ему давали. Ему вообще не давали букву, а я попросила букву. Ладно. Эпплджек. Она привела это, как там зовут этого, зверей. Зверей, ура! Ой, какой песик! Я такого живого не видела! Ой, какой милашка! Ой, хороший какой! Как же его назвать? Как хочешь. Если у меня Элис, то назову я его Майк. Тебе нравится? Майк, идем ко мне! Элис, Элис, Элис. Не нападай на него, Элис. Он добрый. Ну вот, видите, вы подружились. У вас у каждого будет отдельная лежанка. Я у зеркала поставила свою, положила свою расческу, так что ты будешь тут спать. Да, она немного злая. Ты тут спи. Как бы тебя назвать? Ой, я тебя уже назвала. Ну, как бы тебя ласку, то есть назвать? И я зову ее Элька. Ой, то есть это Энька. Да, и тебе не нравится это Энька. А тебя как? Майк. Майки. Тебе нравится? Майки. Ой, он такой добрый. Майки, хороший. Так, посмотрим, любишь ли ты играть. Дочь, ну что, тебе нравится твоя кошка Царапка? Да. Пойду я познакомлю с Лео, он будет в шоке. Мяу-мяу. Лео, смотри, это Царапка. Нет, она хорошая. Мяу-мяу. Да, очень хорошая. Она будет тут спать. Не бойся, вы с ней подружитесь. Ну вот, уже подружились, молодцы. Все, Лео, иди к себе. Какая хорошая кошечка. Так, ну ладно. Я пока тебе корм дам, вот, держи. Я совсем забыла тебя, моя Элис, покормить. И тебя, мой Майк. Все. Молодец, ой, покушал. Мама. Да, дочь. Мам, чего ты меня звала? Я это тебе хотела сказать. Купишь мне пони? Ты издеваешься? У тебя прекрасная собака. Зачем тебе пони? Ну, мама, хочу пони себе! Нет. Может быть, я куплю для пони мячик какой-нибудь? Мама, я вроде сказала купить пони. А я сказала нет. Все, марш в комнату и сиди там. Ди-ди-ди-ди. Так, это что такое? Вогал! Ну вот.
И понять я не куплю. Вот ты чувяк, слышь. Ау, ау, все, хватит. Все, сиди в углу. В углу. Час, все. Я пошла. Царапка хорошая. Так, хватит грызть моих пони. Ой, Лео, какой ты невоспитанный. Царапка, научи его манерам. Кто хочет со мной на диване полежать? Ой. Мяу. Вы что-то не... Так, подождите, какой лежать на диване? Мне надо уроки делать. Так, вы пока лежите, а я пойду пока уроки буду делать. Так, так, что же мне там задали? Прошло 2 часа. Так, все, я все сделала. Вы тут уже, видно, лежите. Так. Пойду маме попрошу... что? Мам. Да-да, дочь, что ты меня что-то просила? Да? А, да, мам, я вчера, когда ходила в школу, ой, то есть сегодня я ходила в школу, мне подруга предложила поехать с ней погулять по Красной площади. Можно я поеду одна? Ну, с ее старшим братом, ему 22 года. Ну, ладно, хорошо. Вот, а ты во сколько поешь? Не знаю, но я хочу в субботу где-то, когда-то. Ну, мы решим. Ладно, надо бы поговорить с родителями. А кто это? А, это, как его зовут? Вспомнил. Это предложила Ника. Ника? Да, Ника. Ну, хорошо. Ладно, иди. Я поговорю с мамой и Ники. А она какая? Фамилия? Это Кольцева. Кольцева, ясно, хорошо, ладно, беги. Та-та-та-та-там, та-там-та-там. Ой, пойду, ну, так, все, уходите. Мяу. Да, Лео. И царапка, все, уходите, уходите. Мне надо в компьютере полазить. Все. Так. Ой, вот так вот. Так, какая скукотина, вроде есть пони и собаки, пойду, мам, пишу, мам, да, дочь, пони я тебе сразу говорю, не куплю, мам, давай ты мне купишь какую-нибудь игрушку для собак, а то мне скучно с ними играть. Ладно, ладно, завтра пойдем, ура, слышите, я вам куплю игрушки, вап-вап, а пока посплю немножко. И всем пока. Вы были на телеканале Ты Капка Твоя. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока. Пока-пока.